Со следующего года заработная плата госслужащих будет зависеть от результата их работы. О запуске пилотного проекта сегодня на брифинге в правительстве сообщила зампредседателя профильного ведомства. Как отметила Айгуль Шаимова, нововведение – прямое поручение главы государства. Система оплаты труда будет включать в себя оклад и переменную часть. Это своего рода система бонусов, за которую, в свою очередь, несет ответственность Министерство национальной экономики. В отличие от действующей системы, учитывающей только стаж работы и категорию должности, предлагаемый подход установит размер заработка в зависимости от вклада служащего в результативность государственного органа. Сейчас подготовлена нами соответствующая методология, ее пилотное опробирование планируется в следующем году.